Готовим вкусный весенний салат. Для этого нам понадобится руккола, кинза, помидоры, перчик, огурцы и редис. Еще и кукуруза. А для заправки нужно сок лимона, соль, черный перец и растительное масло. Для начала нарезаем все овощи крупными кусочками. Все порезали, положили в миску. Сейчас добавим сок лимона, соль, черный перец и растительное масло. И все это хорошо перемешиваем. Наш вкусный и полезный салат готов. Подаем к столу. Спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!